Всем привет! Для сегодняшней самоделки потребуется вот такой стандартный штекер, именуемый в народе тюльпан. С помощью бокорезов отрезаю часть пружины, которая идет в комплекте с данным штекером. В данную пружину продеваю крепеж от телескопической антенны. Устанавливаю это самое крепление в корпус штекера. С помощью пластилина аккуратно заделываю щель. Подготавливаю небольшое количество эпоксидного клея и заполняю им внутреннее пространство штекера. Спустя некоторое время, когда эпоксидный клей полностью набрал твердость, аккуратно удаляю пластилин. Удаляю общий вывод штекера. В нем нет необходимости. И устанавливаю крышку. Теперь потребуется какой-либо подходящий корпус. В моем случае это корпус от какого-то устройства. Сверлю отверстие диаметром 6 мм. В полученное отверстие устанавливаю гнездо под тюльпан. И с обратной стороны закрепляю его с помощью гайки. К лепестку припаиваю отрезок провода длиной 20-30 сантиметров. Все лишнее, в моем случае это только светодиод, удаляю. Собираю корпус крепления с помощью защелок. К концу провода припаиваю штекер мини-джек. Соединение осуществляется к центральному выводу. К штекеру тюльпан, изготовленному ранее, прикручиваю телескопическую антенну. После этого устанавливаю ее в разъем на корпусе. Таким образом получилась выносная антенна для FM-радио мобильного телефона. Ну или для какого-либо другого устройства. Очень удобно, когда нет возможности подключить к телефону наушники. Допустим, можно взять на природу, на дачу или еще куда-нибудь в поход. Дорогие друзья, я продолжаю собирать финансовые средства для помощи животным, пострадавшим от войны. Большое спасибо тем, кто уже перевел мне энную сумму. Для тех же, кто хочет и самое главное может помочь, номер моей карты будет в описании. Сделаем доброе дело все вместе. Жму руку, но пасаран, пока.